Подожди, давай сперва поговорим. Ты когда-нибудь сдавал тест на инфекции, передающиеся половым путем? Мне нет необходимости проверять себя на эти инфекции, потому что я из благополучной семьи. Но социальный статус не влияет на это. Каждый подвержен заболеваниям, когда вступает в половую жизнь. Инфекции, передающиеся половым путем, влияют на сексуально-репродуктивное здоровье человека. По данным ВОЗ, в год происходит более 376 миллионов случаев заражения одной из таких инфекций, как хламидиоз, гонорея, сифилис или трихомониаз. Эти четыре инфекции излечимы, и для получения консультации вы можете обратиться к квалифицированному специалисту в Центре семейной медицины по месту проживания. Некоторые другие инфекции, например, ВИЧ, неизлечимы полностью, но принимая лечение, которое предоставляется в Кыргызстане бесплатно, можно жить полноценной жизнью, не заражая партнера и рожая здоровых детей. Проверить свой ВИЧ-статус можно в СПИД-центрах по всей стране. Один из эффективных способов защиты от инфекций, передающихся половым путем, – презервативы, которые помогут уберечь себя и своего партнера также от нежелательной беременности. ВИЧ не передается воздушно-капельным, контактно-бытовым путями. Нельзя заразиться ВИЧ при использовании общей посуды, одним туалетом, транспортом, при плавании в бассейне, рукопожатиях и поцелуях. Завтра какой день недели? Понедельник, а что? Тогда завтра же схожу и проверюсь.